Привет всем! Сегодня будем делать картошку на углях. Нам понадобится сама картошка, бекон и сыр. Сыр я вот так нарезал, сыр по вкусу, ну и соль. Ребят, в итоге я сыр порезал такими кусочками. Вот у меня получилось где-то толсто, где-то не толсто. И, ну, в принципе, еще раз вот так сделаем. Вот, берем картошечку нашу. Это я первый раз с сыром пробую делать. Берем бекон подкопченный и начинаем заворачивать. Завернули и теперь в фольгу упаковываем. Сейчас я отодвину, чтобы удобнее было. Фольгу надо упаковать так, чтобы вдвойне все это дело было. Два слоя у нас. Вот. И каждую картошку также будем делать. Сделаем с сыром и без сыра. Ребят, картошку берем небольшую, вот по сравнению, чтобы спичечный коробок был. Большую не надо, долго печется, и в итоге не стоит она того. Ребят, в итоге я все перепутал, где там сыром, где нет. В итоге отправляем сейчас на угли мы все это дело. Теперь отправляем на угли. На 30 минут. Больше не надо. Картошечка у нас маленькая. Пропекется быстро. Даже там зашкварчало. Ну и будем в процессе поворачивать. Прошло в районе 5 минут. Теперь можно повернуть все эти наши картошечки. Ни одной рукой неудобно. Сейчас я выключусь, потом включусь. В итоге забыл посолить. Ребят, посолите кому надо. Будет чуть-чуть не солено, но я потом уже досолю свое блюдо. Ребята, я вот периодически переворачиваю. Послушайте, как шкварчит. И, кстати, запах такой изумительный, прямо, не знаю, аппетитный, вырывается наружу. Наш бекончик сейчас дал сок вместе с сыром. И сейчас оно там купается в этой всей жижице. И вся пропитывается картошечка вот этим вот эликсиром вкусности. Ребята, я посмотрел, у меня за 25 минут все приготовилось. Я зубочисточкой ткнул туда. Теперь достаем ее и можно подавать к столу. В принципе, можно в таком виде или же подождать, пока остынет, и уже очистить и к столу. Ребят, сейчас попробуем открыть, посмотреть, что у нас получилось. Вот и запаковал, как сильно. Смотрите, какая красотища у нас получилась. Аж, ой, блин, горячая. Аж приятно на стол положить и не стыдно будет перед гостями. Ребят, пробуйте сами, угощайтесь сами. Угощайте друзей. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!